За четыре первых фестивальных дня актерский десант успел побывать в северных поселках Ния, Звездный, Янтарь, в городе Усть-Кут. Поездка стала возможной благодаря финансовой и организационной поддержке спонсора кинофестиваля «Сердце Байкала» Иркутской нефтяной компании. Я была в Звездном, это туда, куда со всей страны понаехали люди. И построили потрясающую железную дорогу. В каком она там состоянии, какой там красивый вокзал. Сильное впечатление на актеров произвело посещение Ярактинского месторождения, разработку которого ведет Иркутская нефтяная компания. Артисты побывали в вахтовом городке на установке подготовки нефти. Их поразил масштаб производства. Более 100 вахтовиков пришли посмотреть на звезд перед началом смены. Артисты пообщались с нефтяниками и дали небольшой концерт. Без финансирования ни один фестиваль не выживет. Поэтому я хочу поблагодарить искренне нефтяную компанию Иркутскую, которая вкладывает деньги в очень важные вещи. Вкладывает деньги в будущее поколение, вкладывает деньги в большое дело. Фильмы, которые привозят кинофестиваль «Сердце Байкала», их в кинотеатрах не увидели. Концерты участников «Северного десанта» собрали более 600 зрителей, став одним из самых запоминающихся событий лета для северян. Виталий Шахназаров, Николай Крупченко. Новости сейчас.